Мне нравится такой вид. Черепичные крыши, готика. Классика, есть классика все-таки во всем. Классическая архитектурный стиль. Смотри, как все эти кидают. Как с ними все лучше. Thank you.
венгры есть, протестанты. А немцы есть? И немцы тоже есть, да. Ну вот эта вот церквушка, это православная. Ну, это православная, да, понятно. А вот там в центре много костелов, а то все католические, много. Да. То все католические. Это православная, потом есть Варяна, так район на окраине. Там православная, и сейчас строится вот туда, если пойдете к этой гостинице Закарпатье. Там строится хороший такой же. Православный храм. Странно, что в наше время начинает строить, да? Да. Православный храм. Это в Москве то же самое оживление сейчас такое. Ну да, да, да. Сейчас строят, сейчас, да. Закладывают вместо такого храма Христа Спасителя. А, да, новое, да, да, да. Уже, да, собирали деньги. Вроде бы собираются закладывать основательно. Чуть ли не к 97-му году он должен быть готов. Не знаю, это... Да. Да, вот это все закончили, осталось что-то деревянные часы, так прочее. Тут будет это. Видишь, как с Подмосковья сменял. Ледникового периода какого-то мощные булыжники.
Хотят в кадр попасть. Ты знаешь, мне это не нравится. Сейчас уйдем. Это... Тут можно где-нибудь? Чем-нибудь? Он стоит, ждет нас. Красивое здание, апартаменты. Наверное, посольство. Рядом с университетом. Улица Волошина. На куполе, видишь? Прямо на куполе. Потому что он так не благо сидит и молчит. Красивый кран. Замечательно. Я бы вообще встала. Как они не боятся так сеть высоко. Там, конечно, поддержат, я понимаю. Thank you.
Ага. Thank you.
ручная работа. Где она? Тогда пять лет у нас сейчас снимут. Уже туда. Какая красивая крепость. Такие стены мощные. Красиво. Слушай, это не наш Максимилиан, это совсем другой. Твой лошадь. 1874-1945. Замковая церковь, общее готическое однонефное сооружение. Церковь сооружена в конце 12-13 столетия. За период существования трижды перестраивалась. В последний раз в конце 17 века. Уничтожена пожаром 1628 году.
здесь колодец. Заросший уже. Осторожно.